Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Мимфи, и сегодня я буду играть в игру по названию MSX Secret Laboratory, и я стал охранником. Фух, вроде бы я уже давно не был охранником. Ладно, давайте искать эту хардзону. Еще мне надо желтая карта, чтобы открыть скромника. Сейчас надо найти, получается, шкафчики и хардзону. Кстати, походу, хардзона, да, она тут, но, к сожалению, шкафчиков я не нашел. Ну ладно, будем как-то без желтой карты. Хотя ее можно найти еще в, получается, серверной, да. В серверной и... Да и все, в принципе-то. Так, тут никого. Вот будет плохо, если сейчас какая-то псина или какой-то дед выскочит и сожрет меня нахрен. Так, ладно, тут что? Тут комп и аптечка дополнительная. Это может быть полезно. Так, окей, дальше тут... Тут... О, тут чумной, походу... А, походу, кстати, чумного нету. Или есть? Ладно, не шарю. Так. О, здорово. Народ, кто из SCP есть? Скромник. Собака и все? Кто? Собака-скромник? Ни хрена не слышно. Фух, поехали в лайт-зону и сейчас будем ловить всех дэшек. Дэшки? А, машина. О, это мне надо. Это я себе заберу, пожалуй. Так, закрываем. Адреналин, ну ладно, пофигу. А, получается, надо на файн. Кидаем вот это, вот это, вот это. Вот это и вот это, да. Давай, бам. Ну и просто ждем. Фух, так. Ну даже так разряжается. А, даже так тратится заряд. Ладно, давайте вырубим. О, здорово. Дэшка. Так. Кстати, а что будет, если кроссвэк прокачать на файн? А если на very fine? Ладно, давайте сначала на файн. Вот это на файн, вот. Нет, адреналин мне надо. Там, по-моему, какую-то псину убили или SCP какого-то. Не расслышал, ну ладно. Так, получается, у меня будет панацея, адреналин и аптечка. Точнее, уже есть. Так, а тем временем уже машина прокачала, давай. И вместо кроссвага... Калаш! О, ну у меня к нему патронов нету. А ну-ка, давайте калаш на Very Fine прокачаем и... Нет, не буду рисковать, пожалуй. Давай, оп-оп. Так, надеюсь, будет какая-то М-ка или пулемет. Кстати, было бы неплохо пулемет получить. Надеюсь, вообще, хоть что-то будет там, а не просто пустота. О, это прям хорошо. Но, правда, 0 патронов. А я даже знаю, как сделать. Делаем вот так вот. Закидываем вот эти вот патроны. Да и вот эти вот тоже. Ну и карту. Блин, пулемет, это вообще жесть. Так, а, кстати, а что будет, если пулемет прокачать на файн? Будет ли там микрохит? А может быть попробовать? Так. Кажется, ничего с этими патронами не произошло. Ладно, давайте попробуем их на... они обратно в эти прокачались. Давайте вот так вот попробуем сделать. Да, бам. Давай, 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 давай. Надеюсь, там будут патроны на этот, на пулемет. Потому что будет плохо, если у меня будет просто пулемет с пустой обоймой. Кажется, нет. Кажется, ничего не происходит. Ладно, а давайте один к одному попробуем. А ну-ка, бам. Бам-бам-бам-бам. О, еще отряд. Ну, блин, получается, патроны на... пулемет я смогу только у хауситов забрать. Или нет, где могут быть патроны на пулемет? Я не помню. В оружейке нету. Что? А, во! Патроны на пулемет! А как это?
Один к одному, а ну-ка, давайте. Вот это. А сколько тут? 60. Ой. Ладно, мне 60 хватит. Или нет? Ладно, давайте. Давайте лучше. Ладно, давайте бежать лучше. Это самый лучший вариант сейчас. Просто бежать. Может быть, тут Кока-Кола будет. Рискнем. Нет, зря рискнули. Точнее, время потеряли только. Так, ладно, благо тут эксит рядом. Просто бежим, просто бежим, просто бежим. Хоп. Блин, ну отмените, я не хочу умирать. Я не хочу умирать. А я, кстати, знаю, где боеголовка. Вроде бы вот сюда вот идти. Дальше вот... Да, вот, фух. Я отменю. Ну нахрен, я умирать не хочу. Подпугнем так, если там кто-то будет. Нет, никого. Так. Аккуратненько отменяем, вырубаем. Не надо нам эта боеголовка. Не хочу я умирать от взрыва какого-то. Так, и давайте-ка сейчас прокачаем... Ой, точнее... Врубим этот генератор. Хотя хрен знает, комп есть или нет. Но на всякий случай врублю. Фух, так, давайте сейчас пойдем обратно к машине. Прокачаем все вот эти вот патроны к пулеметным патронам. И прокачаем... Блин, хочу попробовать пулемет на микрохит прокачать. Надо было... А, там М-ка уже залутана. Ладно, давайте вот сюда вот сходим. Сейчас заберем, если что, какую-то пушку. Если не выйдет пулемет на микрохит прокачать. А, так, ладно. А, у меня минус вся стамина. Ну окей. А, тут кто-то был. Но, кстати, походу ничего не забрал. Так. Пушка, пушка, пушка. Вот это вот я заберу. Вот это вот место рации. Два SCP еще. Откуда вы они взялись? Давайте, во-первых, прокачаем карту. На файн, да. Надо бы прокачать. О, это я активировал. Надо бы прокачать карту. И сейчас прокачаем вот эти вот все патроны на один к одному. Так, давай. О, минус скромник. А какой еще был? Так, давайте... Ладно, нет, попробуем сейчас микрохит прокачать на... Ой, точнее... Пулемет на микрохит. Минус комп. Обходу все, GG сейчас будет. Но я хочу узнать, будет ли пулемет или нет. Быстрей, 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 быстрей. Будем узнать. А, ой, точнее микрохит. А, нет, будет калаш обычный. Да, кого раунд 334 минуты длился? Кажется, я что-то упустил. Фух, ну ладно, на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Мимфи, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!